А, кстати, да. Ай, так, что теперь? Теперь скажи нам, куда идти. Теперь, да сейчас мы свалим отсюда. А, меня кислотой обрызгали. Ах ты собака. Точнее, ты и правда собака, но... Черт! Да, черный экран. Смерти. Угу. Куда мы намылились теперь? Обратно? Что, есть пулемет, сдавайте задание. Есть пулемет получше где-нибудь в ближайших главах? Да, конечно, есть. Я не помню. По-моему, нет. Хотя да СМГ нет? Есть клевое у этого... у костяка. Ну это если не рандомное, вот рандомный может попасться какой-нибудь хороший. Не рандомно, конечно, а не рандомные. Вот сейчас будет СМГ, потом будет дробовик уровень на 15-м. Дальше я не помню. А, так еще сейчас будет дробовик. Кстати, сейчас потом будет дробовик. Да, потом он... снайперку без прицела. Так подожди, не дробовик или пулемет нужен? Сейчас будет дебильный совершенно дробовик. Чуть ты сейчас его возьмешь и сейчас возьмешь, точнее, сдашь задание и посмотришь. Зубочистка слэжа, что ли? Нет, зубочистка сладжа это еще повеселее, а это, блин, волна. А, помню, говно. Вот я вообще. И говорю. Но зубочистка тоже, блин. Да, зубочистка хорошо в ближнем бою кого-то убивать. Боссов каких-нибудь, в хэт прям. Это круто? Там, когда это появляется на 15 уровне, это безумный, огромный монстр, помнишь? Да. В шахте. Нет! Я все равно его догоню. Возвращение семян. Ай, я застрял. Догонит он меня. Когда нам уже машину дадут? Я хочу поводить. Сейчас нам нужно убить эту тварь костяка. А, окей. А кстати, можно же вдвоем, да, водить? Да. А втроем нельзя? Не, можно еще третью тачку взять. Точнее, вторую тачку еще взять. Сейчас я посмотрю. Первый, это клевая снайперка. Давайте возьми ее. Снайперка. А вторая это дробовик, на возьми его. Ты мне не дал клевую снайперку. Где дробовик? Вот, вот она. А, он. О, какая крутая, у меня такой не было. Или что это такое? Не она случайная. А волна, да. Вот попробуй выстрели из этой волны. Блин, это... Тут вот плюс 12 снижение отдачи, все. Заменяю на пистолет на волну. Ты навряд ли себе представишь, что это такое. Улетел. Ну да. Ладно, у нас сейчас только одно задание, и других вроде как нет. Не планируется. А, нет, погоди. Ну, конечно, винтовка говно, но покажу с ней. Она крутая желтая. Только из-за этого. Ща, я пойду сдам задание на доску. 500 волн. Танцуй! Я все это слышу. Что? Ну, 10 уровень. Ну, у меня почти 10. Да. А у меня почти 10. Так, давайте теперь что-нибудь придумаем. А, да, теперь ты вроде мы возьмем тачку. Вроде сейчас. Ну только если не хватит денег, то. Она бесплатно. Офигеть, ты думал. Ну я, блин. Ладно. Сейчас главное скооперироваться, потому что там этот опасный. Там у них цел лагерь. Пошли. Так, сейчас убьем костяка, а потом это. Танку надо танковое оружие, понимаете? У тебя пулемет, хотя он для тебя маленький, конечно. Да, мне нужен помощнее что-нибудь. Например, вертолетный пулемет. А, давайте, кто-то идет. Ладно, идите там, а я пойду по основному пути. Идите там. Нет, здесь есть эти укрытия, вот здесь вот. Тут не, мы возьмем вот кольцо. Только через крышу. Не, мы возьмем кольцо, давай. Все по грамм играем. Я через парадный вход захожу, типа такой Брюс Уиллис, а вы мои помощники. Брюс Уиллис тут, блин, это вообще должен быть танк. Не смей разговаривать со мной в моем баре. Хэдшот. А, помню, да. Я убивал несколько раз. А, это костячок. Да, опасная тварь. Вот хэдшот. Щиты снимаем. Все, снимаем ему. Ой, простите. Ой, извините. Видишь, в волну не попал нифига. Я вообще очень сложно попасть. Бум! Денок смерти. Ты не успеешь его убить. Ай, я тоже не успею его убить. А я успею. Если он меня не запалит. Фига. Совсем поехавший.
Да, поехали. Оставь приехавший. Мне последний выстрел. Давай. Ой, я приехал на базу. Привет. Да, привет. Ах, ты стар, ну почему у меня кончаются патроны именно в этот момент? Неудачник. Сейчас нужно патронов купить. И у него начал восклоняться щит. И у него осталось там очень мало здоровья. Ну блин, ну как всегда. Ну щит-то фигня. Щит он снимается за один крит. Только знаешь, у меня пистолет в руках, и я уже дохло валяюсь. Я уже понял. И психокарлика не успел убить. А, окей. Да он там заныкался где-то, его вообще трудно. Да, я прям с другой стороны же стоял, убивал спокойно. А вообще, я возьму себе это, гранаты, а то я что-то я не взял. Ой, что я сюда прибежал-то? Гранаты в другой стороне. Так, продам все. Почти убил, почти. Ну вот, один выстрел стал. Прямо одного выстрела не стало, у меня и кончились патроны на снайперку. Пошли. Подожди меня. Все, так, побежали. Все. Сейчас, погоди. Теперь вы меня подождите. Нет. Я решил все продать. Быстро бегать. А, точно, хороший день. Кстати, здесь неплохой автомат. Какой? А, ну... Электрический. Ну, довольно-таки неплохой, 1500 стоит. Динокс, у тебя есть такие средства? 1500? Где, да. Чё? Ну-ка ещё, идём сюда. У меня 10,5. Топор. 10,5. Так, ка-ка-ка, безжалостная. Что? О, охренеть какая-то. У меня есть волна-дробовик. Нужен кому? Тот же самый. У меня есть стальной матадор. Стальной матадок? Матадок. Никто не хочет стального матадора? Он 10. У меня шрёдер есть. А Шрейдер. Волна нужна, вот эта вот говна? Нет. Такой черт. Как ты вообще ее получил? Ну, я не знаю, с квеста, наверное. Я же Эденокса отдал. Да, у меня есть волна. А, ну значит, у нас обоих две волны уже. Я волна! Я! Новая волна! Пошли! Пошли отсюда. Напорнулись. Я что-то продал, Никол. Или я то продал. У меня еще одна волна была. Кажись, она расплодилась. Ладно, неважно. А, я, кажется, продал тот дробовик на 10 уровень. Случайно. Ох, да. А, мы еще вернем. Мотодор, в смысле? Да, мы его еще вернем. Тут есть такая кнопочка, все вернул. Пошли. Ночью нападем. Так, все улучшил вроде. Под покровом ночи. Ты ломаешь всю стратегию нам. Я просто стараюсь занять выгодную позицию. Это я должен был выбирать позицию, а вы должны бы... Короче, вы отвлекаете всех, рашите его там уже. А я спокойно захожу им в тыл и шмаляю по голове. Так сделаю. Я почти на позиции. А он, кстати, вылечился абсолютно. Ну, это не важно. Еще и промазал первым выстрелом. Это лишнее доказывает, кто из нас неудачник. Идет артиллерия. То, что у меня новый уровень. А, так, мы дадим вот это вот один. Отлично. Эти лохи хотят что-то мне противопоставить. О-ло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 . Чё, ты быстро-то кончился? Ты кому? Динаксу. Они на меня загрелись. Нафиг ли. Дахл. Чё, у меня щит восстановится? Нет, лечите. Нет. For the Empire. 20 хп, 9 хп, 9 хп. Тихо. Кто-то с волны стреляет, смотри. Борится. Это я. Как меня могли убить? Кто-нибудь, добегите до меня. Нет. Прям вообще. Я в безопасном месте. Половина осталась. Ну тут не добежишь. Не добежишь, но у тебя же вообще-то быстрый бегает. Ты как флэш, давай. Сам дурак. А, поздно. Так. Флэш, это же угадил. О, я вижу его отсюда. Оттуда? Да. Все, что ли, резнулись? Он тебя тоже видит, кстати говоря. Все резнулись, что ли? Опять у него полос? Нет, я здесь еще. А, ну отлично. Я буду, если что, смотреть, чтобы он не восстанавливался слишком быстро. Я буду. Ладно, окей. О, снял. Снял. Че, все убили? Динокс тоже поднялся.
А это СНГ, такой... СНГ офигенная. Кому нужно? Amazing. СНГ, давай, СНГ. О, Костоправ. Да. О, Костоправ, я вообще с ней половину игры гонял, так вот что я нормально. Говорю, неплохая СНГ. Хотя, вообще-то говоря, СНГ мне положено, но черт с ней. Да кому там что положено? Не вообще. Тут есть пулемет. О, отлично. Спрятал. Отлично, давай сюда пулемет. Иди сюда. Пулемет. Крутой? Ну, не знаю, атака 20, 22. Скорострельность 13, точность 88. А, говно. Обоймы все еще на 12 патронов. Такой никому не нужен. Тут, в общем-то, большая система вот этих вот переходов, но там ни одного сундука нет нормального. Ой, подобрал случайно, окей, продам. Все, сейчас на тачках покатаемся. Элементальное оружие написано. Так, что я подобрал? Все элементальное, давай мне, если что. Ну, не все, что не нужно. Какой ты вообще резкий, а? А что, я СМГ отдал, дробовик отдал. Вот тут рука валяется, ее тоже могу отдать. А я тебе вот снайперку отдал, ты с ним бегаешь. Спасибо. Давай, сдавай квест, по-быстрому добеги. Хрен тебе. Я буду медленно бежать. Короче, давай. Да куда тебе довести? До Чертанова? Туда. До Чертанова тебе довести? Сейчас погоди, погоди. Южная Бутова. Южная Бутова. Окей. А сколько вы как там втроем-то? А, Денокс. Куда-то на Денокс. Южная Бутова, блин. Денокс, тебе на Южная Бутова надо? Покупай. Я же там, блин. Покупай машину. Или запрыгивай. Нет, так, запрыгивай наверх. Больше некуда. Нельзя наверх запрыгнуть просто. Создать машину. Че создать не можно? Машину. Ракетница, либо пулемет? Либо с ракетницей, либо с пулеметом. Ракетницу, конечно. Так, окей, цвет. А если это пулемет беру? Пулемет выбирать неудачник. Окей. Кстати, ты видел тут такое искривление, блин, как будто мы в особо опасен играем. Куда ехаем? Так, сейчас. Вон туда. Все вижу. Джеронимо! Идиоту. Нормально. Ну ладно, получилось. Вот туда. Туда говорю. Блин, я уже разучился водить. Ты обратно. Денокс, я тебе скажу, водить на мышку, если что. Я знаю. Да? И не знал сначала, когда играл. Ой, застрял, все. Че, убивать некого? Туда. Че, открыли, да? Да я его задавить хочу. Ох, так. Ну так в 10 раз меньше опыта получается. Ой, я встал. Ааа, лаги. Никаких лагов, все идеально. Ширью. Погоди, не выпрыгивай, нужно дверь открыть. Сейчас открою. Не выпрыгивай, говорю тебе. Машина перевернула. Все, обратно, давай садись. Подожди, ворота нужно открыть. Или ты открыл? Нет, я только... куда ты в мою машину залез? Все, теперь по Денокс гоняем. Вот. А ты неудачник, давай. Садись в Денокс, вот тачка там стоит. Ты на дофигище хп сейчас отнял. Я вижу. Так. Ура. Нет. Па-па-па-па-па-пам. Па-па-па-бло-пам. Воу! Идите к Зеду, товарищи. Вау. Мы увеличиваем... чего? Количество слотов или количество оружия? Слотов. Мы теперь можем три оружия таскать. Но это количество оружия. Количество слотов, это я имел в виду инвентарь. А. Нет, для этого нужно чинить. Да, я помню. Твари. Какой дробовик-то крутой. А, так вы взяли все эти мелкие, да? Какие мелкие? Ты кого мелким назвал, да? Задание. Да, я взял. Пошли. Нужно с дневника, что ли, начать? Ты зачем тачку перевернул? Это скульптура-то что? Давай, переворачивайся. Да хрен тебе. Я не хочу. Сначала мы едем вон туда. Оу, я застрял. Есть, замеешь. Так, о, тут
Тут, подожди, тут, тут, тут ящик. Ага. Копируй, копируй. Вау. Ну-ка. Думаю, это моя. Огненная. А пистолет себе бери. Ну ладно. Огненная? Да. Пистолет себе. А это такой же, как у тебя. А где предыдущие огненные? У меня. Ах, вы меня кинули. Ты не огненные, предыдущие. Вы меня кинули. Ну ладно. Ты так смотришься в этом кресле. На дороге. Так, сейчас, погоди. Не умеете, как права купили. Все с вами ясно. Погоди. Так, еще кое-что. Так, нам, короче, ехать куда-то вот сюда, вот, да? Как да. Сейчас, да. Погоди, дневник соберу просто по-быстрому. Собирай, пока я с этим типом поболтаю насчет нашего задания. Слэйдж. Отлично. А, ты взял всякую эту мелочь, да? Да. Окей, ну тогда можно сразу ехать туда. Сейчас куплю себе щит крутой. Да, купите по щиту себе, а то вы что-то слишком быстро сдуваете. Нормально мы сдуваемся. У меня отличный щит сейчас. 118. Тачку мы верните хоть. Да ладно. Так, дела у нас. Хотя нет, займемся для начала вот этой мелочью. Убивай их. Чего? Вот этих толстозавров. А. Так. А вот с пулемета можно их убивать просто. Ну да. Ну-ка, испробую-ка я новую снайперку. Серьезно, Сэмми, это проще, конечно. Все, окей. Я нашел $50. Ну, вот здесь это осторожно. Я молодец. Нам нужно их давить сейчас для начала. У нас на раздавленных тоже есть задание. Небольшое. Лопник с щитом. Уходите. Выходите? Да мы еще не всех. Да вот здесь вот этот гараж открывается, вываливается толпень. А. Какой крепкий гопник. У нас таких Бутова нет. Значит, мы не в Бутово, а в Алтуфьево. Ладно, куда едем? Садись за водителя пока, если хочешь. Качок, получай. Мы тут не любим качков. Это я. О боже, он же горящий. Кто? За мной бежит горящий псих. Где? Кажется, я его передавил. Дай бог. Мы тут не любим качков. Да. Я тоже тут качок. Ты в их числе. Они какие-то психи. Они даже орут как-то. Как да, Нокс, что с тобой? Тю-тю-тю-тю! О боже. Я решаю проблему. Лечите меня! Нет. Нет. Нюп. Ползи куда-нибудь. Ползи! Как ползти? Никак. Просто жди, пока я тебя воспишу. Еп. Кто еще хочет? Да не толкайте меня. Блин, опять. Неудачники. Я нашел кучу пистолетов, берите на любой вкус. А сколько там урон? Элементальный 14 урон, обычный 15 урон, еще 8 урон. Давай элементальный. Ну, бери. У меня есть пистоль. Где? Вот элементальный. Да, огненный. На, полной. Блин, инвентарь полон. Рука. Фак. Тебя надо выкинуть чуть-чуть. Как выкинуть? Ну, выбросить правой кнопкой на вещи. Так. Пробел. Инвентарь. Странно, я вроде стену стрелял. А, вот, жаркий рецидивист, это что ли? Да. А, ну тогда есть. А, нет, зажигательная прыгучая Бетти. Да, новый уровень. Окей.
Окей, еще пару вещей здесь осталось. Подожди, это ты ее получил, ты Бетти эту. Ну ладно. Подожди, сейчас. А, вы уже все забрали отсюда. Окей. Но не совсем все. Это городской рецидивист, это не то. Тут еще дневник. Где пистолет-то? Сейчас, подожди, посмотри. Нет у меня ничего, ты его забрал. Какая жаркая Бетти. Ну ты, там было написано в чате, что ты получил жаркую Бетти. Тут есть СМГшка еще напалмовая. Жаркие СМГ, берите, если хотите. Жаркие рецидивисты, я только вижу. Берите, вот СМГшка есть. Ну ты взял Бетти. Меня устраивает мое оружие. И вот, это, Иронимус, у тебя есть там Бетти? Бетти? Да, кажется, есть. Ну вот. Ну, вот. Все, валим отсюда. Ты Бетти получил. А тут... Поздравьте меня. Что еще делать? Думаю, открыть ящики. Там я слышу психа. Осталась последняя запись в дневнике, я не помню, где она. Так, можно посмотреть по карте? Ну, сейчас по карте посмотрим. Не странно. В самом начале, в самом начале она где-то пропущена. Самый конец нам идти. Нет, там в самое начало, там еще просто... Для кого начало, для кого конец. Там еще можно все задания эти сдать. Ладно, а где машина? Вот машина. Хоть какая-нибудь. Дайте мне машину. Где моя машина? Смотрите, да я просто наверх запрыгну. Остановить. Только тебя скинет оттуда. Сейчас посмотрим. Ты же пробовал, нет? Нет, давай попробуй. Так, тихо. Тихо, нет, сейчас. Да, скидывай сама. Давай едем. Я пытаюсь держаться. Нет, не получается. Ладно, я пешком дойду. Куда мы едем-то? Ну, в самое начало. Хотя нет, иди туда. Точнее, вон туда. Короче, давай я сяду за руль, а? Это, привезите мне машину сюда. Подвезите. Кто-нибудь. А я покупаю. Хрен тебе. Давай, везите машину. Нет. Зачем? Тебе? Ну, чтобы меня довезти. Ладно. Я не хочу пешком идти. Да обратно туда кати. Куда ты? Что ты делаешь? Кати туда обратно. Сейчас. Да мне кажется, сейчас машина не понадобится. Вот, иди один, короче. Я и в смысле иди. Не хочу идти до. Нет, довезите меня. Не тебе. Туда. Тачку мне быстро. Штаб, мне нужна вертушка. Эвакуируйте меня из этого пекла. Быстро. У тебя там никого нет. В смысле никого нет? Тут крейгов целая куча. У меня 10 хп осталось. Соболезную. Давай. Патроны кончились. Печально. Мне нужна помощь, капитан. Капитан, я не хочу умирать. Капитан. Короче, разбирайтесь там как-нибудь. Капитан. Капитан. Спасай меня. Блин, засранцы. Ладно, пешком дойти. Ты же еще жив. Да. Но я отбился. Вот вас дождешься. Что это было? Линия огня. Я разрешил спор. Я тебе дурак. Против. Я тебя разрешу сейчас дробовика. Почему за мной никто не приехал? А, блин, еще первый день не взяли. Ё-моё, идиоты. Вот если бы у меня был джип, я бы обязательно приехал. Тут какие-то меня еще летущие какашки меня достают. Да иди ты нахрен, рак. Получайте от свинца в лоб. Stone Hell. Hell. Все, я батон. Сейчас. Борись за жизнь. Я поборолся за жизнь. Какие-то лазеры странные. А, тут что вы сделали с моей машиной? Правильно, вандализм нынче в моде. Ты, наверное, все стекла разбил. Монтировочка. Ты выпрыгиваешь. Нет. Давайте мы встретимся в одном месте. Мы же все-таки коопы или нет? Ща, погоди, я просто хочу собрать дневник. Ты просто хочешь собрать вообще весь экспо и всю славу себе, да? А мы так, на побегушках. Я раскусил твой план.
Можно. Нет. Блин. Чуть не умер. Следуй за ракетой. Давай, стреляй. Стрельнул. Я не вижу. Значит, я слишком далеко. Пойду в мусорке пошарюсь. Я хочу есть. Патриция Танис. Эй! Главное, вышел так беспалевно. Сейчас, за последним. Садись. Нет. Моя машина. Катаю всех на халяву. Куда идти-то надо? Ой! Ой. А куда едем? За последнюю часть дневника, и еще там будем собирать снайперскую винтовку. А, да, помню. Блин, где последняя часть дневника? Далеко? Нет, да здесь пешком она. Дойдешь. Пешком дойдешь, как и я. Вот отсюда нужно уже пешком идти. А, ну, давай ты идешь вперед, подожди. А я тебя прикрываю со снайпера. Так, погоди. А, блин, снайперская винтовка, она вообще не здесь. Тут даже перескочить нельзя, тут обрыв. Ой-ё, не-не, нафиг отсюда. В смысле? Тут они 14 уровня. Уделаем. Ага. Ладно. Я снова один. В этом жестоком мире. Стой, нет, остановись, я пощутил. У меня 45 хп, давай, взять. Заберите меня с этого конца обрыва. Подсаживайся. Хп. Просто закажи себе новую тачку, вот и все. Ну, в принципе, мою разбили, главное, а я заказываю. Спасибо. Я понимаю, это Москва, все дела, я такой не местный. Вот здесь еще. Купи себе тачку. Не такой же степени. Тут нет, где купить. Слышь, тут только Лада Калина. Я не буду ее брать. Сам виноват. А нельзя взять у меня тачку. Так я телепортируюсь к старой. Я к твоей телепортнулся. Так получилось. Зачем ты сюда здесь ездишь? Надо. А, получается, говорит, с базуки. А, ты уже здесь, я что-то ну. Это... Не воткнул вообще. Убийца, убей убийцу. Это как заняшить няшку. Фу. О, псих. Дурак, топор положь. Эй, эй, эй. Да ну тебя. Да ну вас к черту. Ты убегаешь, главное, да? А мне умирать? Как хочешь, что сейчас все умрут, походу. А я не умру, я попал. А я умер, но я сейчас второй дыхание. Пошел. Второй дыхание, отлично. Лови уже криты! Давайте, птички. Нет! А я вот тебе не буду спасать. Да я все равно в двух шагах.